русские города, эх, русские города. И чего бы я не придумал, говорят, да ты придумал твоего шедевра, да не продать за евро. Сколь в окошко не гляди, и все равно обидно. Прет ли по море пикша, прет ли по полю лебеда? Ох, Дмитров, Яхрома, Икша. Русские города, эх, русские города. За собой захлопнул дверь я, когда вышел из доверия. Ничего не знал. Утекло воды в никуда. Ох, Икша, Яхрома, Дмитров. Русские города, эх, русские города. Русские города, эх, русские. Да! Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Давайте знакомиться». И очень здорово, что вы смотрите именно наш телеканал. И не переключайтесь, потому что сегодня вас ждет очень интересный вечер. У нас в гостях красивые, умные, талантливые музыканты. Так оно и есть. На самом деле, представляю вам группу «Камышовые сны». Передам слово, наверное, автору песен Ильдусу Сайфуллину. Наверное, надо представить музыкантов сначала. Ну, вы прямо засмущали всю нашу группу. Ну, хотя все так, конечно, все верно, все вот правильно. Видишь, как. Ничего возразить не имеем. Ну, группу-то даже не знаю, как представить. Меня зовут Ильдус Сайфуллин. Вот я... Песни наши, мои песни мы поем, вот чего. Значит, на гитаре вот у нас... по порядку можно, да? Прям. Ну да. Начать с гитариста. Наверное, да. Слева направо будет для зрителей. Степан Щеглов играет у нас на гитаре. Вот, редкостный гитарист. Долго искали мы такого подходящего. Вот, как Степан, никто не играет. Никита Чевычелов. Первая домра оркестра народных инструментов при хоровой школе мальчиков. Вот, и юношей. Ну вот, а по совместительству еще и вот наша первая домра. Сергей Строчков, басист, совершенно недавно начал с нами играть, но уже отыграл один концерт. И, в общем, сейчас в процессе вливания находится и, в общем, делает успехи. Свое дело делаем. На да? этом пути, да. Ну и Сергей Никодимов, человек, который вот играет на перкуссии. 2 года мы, по-моему, уже вместе. Да, да. И можно сказать, что именно он был инициатором создания именно вот этого проекта, который сначала состоял из него, из меня и еще одной девушки, которая сейчас... Еще одной девушки, которая сейчас просто в отъезде находится, и, к сожалению, вот она не смогла принять с нами тут участие. Это Наталья Попова. Так, вот. Ну вот в этом составе вы выступаете давно? То есть вообще работаете, репетируете вот именно в этом составе? Потому что вот насколько я знаю, по-моему, не было Никиты некоторое время назад. И, по-моему, ну, может, я ошибаюсь, не было Степана. Да вот, это действительно так. Поправьте меня, если это не так. Ну вот, было так, что начали с того, что именно вот с Сергеем Никодимовым сделали, еще там с одним человеком, с басистом, с Гришей Калашниковым,
сделали какой-то просто вот один номер, сыграли песню там в клубе «Патриот». Не перебьете, да, это было на 50-летие «Патриота». На 50-летие рок-н-ролла, когда в «Патриоте» праздновался, вот-вот-вот. Да. И, а потом, значит, Наташа Попова присоединилась. И долгое время мы вот так играли втроем. Потом появился Степан, и вот, да тоже недавно, сколько, месяц, Никита, когда ты? Середина зимы, наверное. Ну вот, в общем, так. А потом и Сергей. Все у нас в процессе. Мы, как говорится, все в движении находится. Может быть, может показаться, что песни, может быть, одни и те же звучат, но они всегда звучат по-разному, так что сами даже иногда удивляемся. Да, а с периодичностью по одному человеку приходит, но я думаю, что это не предел. Да, вот да. Еще музыканты. Ну, мы такой решили себе больше 10 человек, в общем, чтобы в составе группы не было. Так что кто вот хочет еще к нам присоединиться... Ну, вы смотрите, рискуете. Ну, вот больше... Народ набежит очень. Больше 10 не будем набирать, поэтому... Ну, вот, да, скрипку хотелось бы, баян хотелось бы, там, ну, и так далее. Вот, извиняюсь, перебью. Вот Никита все-таки, как попал в ваш коллектив? Все-таки ребята взрослые все? А Никита помладше вас, да, наверное, не намного. Как это вот так вот получилось? Ну, Никита может сам рассказать. Никита скажет сам, наверное, да. Никита. Ну, на одном из дубнинских сайтов просто висело, ну, типа объявление что-то, где решили обнародовать составы групп, и где обнародовали состав группы «Камышовые сны» и написали, что группа хотела бы сотрудничать с народными музыкантами. Вот я решил найти. То есть играющими на народных инструментах? Да, да. Ну вот так я и в группе оказался. Очень просто, по объявлению. Да, да. Просто он написал, вот я играю на народном инструменте дома. И вот, кстати, как вот момент прослушивания проходил сам? То есть вот он пришел, вы увидели парня молодого, то есть, или как это было? Да, вы не ожидали, что придет мальчик? Он пришел, заиграл, и, в общем, все стало понятно. Вот так. Никита молодец, в общем, очень мы довольны. Опять же, музыка не спорт, весовых категорий нет, так что возрастных тем более. Я должен сказать, телефон нашей студии, телезрители, уважаемые телезрители, вы можете звонить, телефон нашей студии 26343 и второй телефон 299-62. Пожалуйста, звоните, участвуйте в нашем прямом эфире, задавайте ваши вопросы. Я думаю, то, что ребята с удовольствием на них ответят. Сейчас предлагаю сыграть еще какую-нибудь вещь на ваше усмотрение, пока еще зрители не звонили, еще не заказывали. Так что пока рулите все вы. Ну вот извечная песня, которую всегда заказывают, которая по сезону только весной, но тем не менее в итоге всегда по сезону. Бросаешь вызов, кругом отрезаешь.
кости, сосулики, слезы льют. И в шоке прыгают с балконов и карнизов. А ближе к лету ты уйдешь куда-то вдаль, и мертвым холодом повеет среди зноя. Но это после, а покуда ты со мною, мне наплевать на беспощадный календарь. И солнце в лужах отражается искрясь, и солнце путается кошкой под ногами. Мне даже жалко наступать на эту грязь, она еще позавчера была снегами. Отражается искрясь, и солнце путается кошкой под ногами. Мне даже жалко наступать на эту грязь, она еще позавчера была снегами. Ну, браво. Ребят, вот хотелось бы узнать, что за последнее время было интересно. Вот какие-то, может, новости, какие-то записи, какие-то интересные концерты. Что-нибудь расскажете такого? Про коллектив, в смысле? Или вообще? Гукмышов узнал, да. Что было вот за последнее время? Ну, за последнее время было несколько концертов. Вот, кстати, Серега сразу говорит, концерт Россия был. Последний самый концерт, ну, как мы как в интернете будем, от самого последнего мероприятия, да? Последний раз вот мы выступили, вот уже в этом составе, но только еще с Наташей, на юбилее группы Россия, с которой, в общем-то, давно знакомы и давно дружим, несмотря на то, что нашей группе мало лет, а их-то группе 15 исполнялось, тем не менее, все мы там одним миром мазаны. Вот, мы там тоже выступали, как бы поздравили. Это в «Патриоте» праздновалось это событие. И там была еще, кроме нас, группа «Осо». Вот, тоже очень мощная группа. Ну, в целом и группа концерт, и «Стенд». А? В целом концерт. Ну как, ну кто? По-моему, хорошо. Все, кто был, удался, да? Все говорят, что неплохо. И нам тоже понравилось. Илюс, извини, прерывай, у нас есть звонок в студию. Алло, вы можете говорить, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, говорите. Илюс. Да. Здравствуй. Здравствуйте. Это Дмитриев Анатолий звонит тебе. Ты ж меня забыл, наверное, помнишь про ресторан «Товарищ»? А, саксофон. Да. Да, да, да. Что ты таких одаренных и талантливых ребят собрал вокруг себя. И перкуссии хорошие, и басисты, и мандолина, так здорово все. Добро. Дело в том, что спасибо тебе, что ты не застыл в стоическом столбнике, а начал меняться вместе со временем, понимаешь? Ребята очень одаренные, хорошие, и плохо слышу, да. Мне очень приятно, ты помнишь меня или забыл? Да, да, нет, конечно, конечно, помнишь, я вас помню, мы же играли вместе, конечно. Да, да, Ильдус. Я помню твоего отца, Шамиль, передай привет ему. Ты еще, может, и не был, когда я играл в ресторане «Дубна». Я думаю, что он смотрит, и он ваш привет слышит, и, да? В общем-то, вы его передаете. Ильдус, мне очень приятно. Дело в том, что ты, вот, ты понимаешь, такой современный мужик стал, что раньше ты какой-то загадный такой был, а сейчас ты так распросился. И ты вообще делаешь честь нашей Дубне и музыкантам. Ну, спасибо, спасибо. Вы уж засыпали. Вы уж прямо засыпали это самое. Спасибо вам большое за такие слова. Я думаю, что не то, что там современный, как бы, а просто старше стал немножко. Тогда-то был помоложе, а сейчас какой-то уже, ну, опыт немножко есть. Вот. А потом, насчет современности, все-таки я считаю, что мы вот играем такую музыку, что именно ту, которую вот играли и вы, но только вот в сегодняшнем, чтобы она как бы была понятна вот сегодня. Илюс, особо не меняя, инструменты все акустические. Извиняюсь, что перебиваю еще раз. Вот, кстати, как вы сами свой стиль определяете ваш музыкальный? Определение придумал Сергей Никодимов. Этнический шансон. Вот. Ну, если можно так выразиться. Такое у нас. Если вот...
Кстати, один известный дубнинский музыкант определял свою музыку как психоделический гудрон. Вот еще угадайте, кто это. А я подскажу, мы уж не будем такую викторину устраивать, это надо было заранее задумать. Да, это нужно было принести вам диск и разыгрывать. Просто я должен немножко вопрос. Внести поправку. Состав музыкантов, вот как бы мы всех представили, кто виден в кадре. А еще на самом деле вот там сидит за кадром человек, вот благодаря которому вы вот этот вот слышите вот этот звук наш общий. Это Роман Гуляев, известный, в общем-то, как Глен, рок-музыкантом и рок-группа «Энтропия». Да-да-да, есть тут такой человек. И уж я вам-то, подтверждаю. И уж вам-то лично, я думаю, что он тоже известен. Но это мы, может, потом... И мне лично он известен тоже, как хороший человек, хороший музыкант и хороший звукорежиссер. Да-да. А у нас есть вопрос, первый от телезрителей. Внимание. Не хотелось бы, чтобы группа, как многие дубнинские группы, уедет в Москву и будет играть по клубам. Может ли это с вами произойти? Нет, мы, если у нас будут какие-то предложения от московских клубов, мы, конечно, будем играть в московских клубах. Но я думаю, что мы в любом случае будем как дубнинская группа позиционироваться. То есть мы, в общем-то, группа дубнинская по-любому. И... Так, еще есть вопрос. Кто поддерживает вашу группу финансами? На что покупаете струны, которые рвете на концертах? Вот, кстати, Степан, я знаю, этим отличается. Да, Степан? Да, бывает. Ну так кто же финансирует вас? Ну и вот насчет того, что... Я думаю, душа не ответит на вопрос. Степан, а Степан сам про свои струны ответит. Это... Степан сам тяжким трудом как бы... Ну мы пытаемся, да, как бы... Струны плохие делают или просто так... Нет, но здесь как бы, что касательно первого вопроса, то как бы мы все как бы вот на данном финансово несколько, то есть независимы, во-первых, вот. И я имею в виду, что касательно струн. Вот струны, да, действительно бывает рвутся, да, часто. На свои деньги. Короче, Степан, я переведу. Степан на свои деньги покупает струны, в общем, сам зарабатывает на них. И у нас, да, у нас все работают на каких-то вот таких работах, пожалуй, не имеющих отношения к музыке, включая на данный момент даже Никиту, да? Никита тоже сейчас работает. А вот насчет того, что насчет финансирования группы, в принципе, есть два человека, которые конкретно помогают нам, как вот, как меценаты, можно сказать. Это вот один из них, это, конечно же, Андрей Донченко, начальник, как сказать, владелец магазина «Смычок», магазина музыкальных инструментов, единственного в Дубне. Вот. Ну, я думаю, что это он не только наш благодетель, а как бы всех дубнинских музыкантов, в том числе вот побывавших здесь на прямых эфирах. Вот сегодня даже Костя, там звукооператор, сказал, что вот эти стойки-то, они уже, говорит, наверное, третий раз съездили, их предоставляет Андрей. А второй человек – это вот Игорь Вяземский. Он... помогает финансово как бы как-то группе. Например, вот сейчас такое планируется, что чтобы он финансово помог, профинансировал запись нашего диска. Вот, кстати, и Ильдус, за что ему как бы заранее такое, спасибо. Есть такое мнение, то что без денег группа ничто, как бы, вот на ваш взгляд. Деньги – это основа, полагающая для коллектива музыкального? Или все-таки от чего еще, может быть, это зависит? Как вы считаете? Не знаю, может, ребят, вы хотите кто-то сказать, пожалуйста. Вопрос в том, то есть, если вы хотите зарабатывать денег, то да, блин, конечно, деньги обязательно нужны. Вот, если как бы коллектив себя позиционирует с той точки зрения, что просто хочет исполнять музыку, то может ее исполнять. За деньги и не за деньги. Вот, то есть, как бы люди сами выбирают. Вот. Но а более подробно, я думаю, Тельдус ответит на вопрос. Серега, у тебя я думаю, больше для души. Больше для души. Да-да, в общем, нет, играть без денег можно, а петь можно даже и без инструмента. Как бы, ну, вот, а зато с деньгами можно там, ну, как бы инструменты себе покупать и все такое. Я думаю, что главное это не финансы, главное желание играть.
главное желание петь. А так, конечно, вот ну что, вот посмотрите, мы сейчас, вот мы тут пятеро, а так нас шестеро на данный момент. Вот. Репетируем в разных местах. Вот там Сергей Евгеньевич Попов иногда предоставляет свою, значит, студию для репетиций нам, за что тоже ему огромное спасибо. А так-то, в общем, дома, то у Степана, то у меня, то на улице. Опять квартирники. Ну, опять же, пользуясь случаем, хочется выразить благодарность всем соседям. Вот. Вопрос очень насущный, актуальный. Всем. Вот. Потому что все-таки это тяжело, наверное, вот слушать постоянно. А хотя, может быть, и вовсе не тяжело, а нравится. Но одно дело — это процесс, вот, который вот сейчас вот происходит, да, то есть вот эфир. А другое дело — репетиционный процесс, когда какой-то момент может повторяться много раз, что достаточно неприятно. А вот, кстати, пока есть желание, предлагаю вам сыграть песню. А вот Ирина пишет: большой привет группе, исполните, пожалуйста, песню, ну это если можно, конечно, «Переведи меня через Майдан». Ой, песня хорошая, так, конечно. Ну, играть будете? Это песня из репертуара Никитина. Мы, пожалуй, ее, наверное, сейчас играть не будем. Мы споем другую песню, которая тоже вот близко. Мы споем ее ближе к концу. Вот. А, пожалуй... А сейчас тогда на ваше усмотрение что-нибудь? Да, сыграем. Пожалуйста. Ну, сыграем, наверное, про коня. Давай. Песню. Вот, ну не про Майдан, так про коня. Так, минуточку. Сейчас небольшая заминка вечная такая. Разметал по небу, звездами развесил там и тут. Вот уже 4 дня, как я дома не был, да меня небось уже не ждут. Эх, конь, ты мой вороной, озорной да шаленой, золотою луной. Ой-ой-ой-ой-ой, коронованный, будешь милый со мной, жить судьбою одной, пуще всех мне родной, хоть ворованный. Где ж понять красавице молодой да смуглой, что собою тоже я хорош. Коли конь со мной в степи, да под луною круглой, да коли под рукой острый нож. Ха! Конь, ты мой вороной, а ты лети подо мной. Ветер песню мне бой, ой-ой-ой-ой-ой. Удалую, я тебе подпою, да кручину убью, да зазнобу свою не побалую. У меня одна любовь, а у нее другая. Эх, брошу я родную сторону, ну-ну-ну-ну-ну, по бескрайной, по земле доскочу до краю, а все одно назад не поверну. Конь, ты мой вороной, вековать нам с тобой, а за красавицей той, ой-ой-ой-ой, не поеду я над степью лечу, да над собой хохочу. А
чего я хочу, сам не ведаю. О, я над степью лечу, да над собой хохочу. А чего я хочу, сам не ведаю. «Камышовые сны» в прямом эфире телеканала «Дубна». Уважаемые телезрители, напоминаем вам телефоны студии нашей 26343 и 29962. Задавайте, вы звоните, вы еще успеете задать свои вопросы. Времени остается мало, ребята. Предлагаю сделать вот что. Быстро задаю вопросы, вы быстро отвечаете. Где работают участники группы, если у них высшее образование или музыкальное? Быстро никак не ответить. Да работают все в разных местах, на разных работах. А высшего образования, по-моему, как... Есть кандидат на высшее образование. Да, пожалуй. Но я сейчас учусь. Вот. Московский институт радиотехники, электроники, автоматики. Вот у нас филиал. Ну и на кого? Есть. Вот Роман еще рукой машет. Ну как, у нас там электроника, физических установок. На электронику физических установок он учится. А вот да, Роман Гуляев, тоже звукооператор, тоже сейчас программер, учится в институте. Так, следующий вопрос. Есть ли у вас записанные альбомы? Где люди могут купить вашу музыку? Где? Значит, группа «Камышовые сны» будет две песни, в общем, две песни включено в диск, который сейчас выходит, который вот Сергей Попов выпускает, называется «Остров Дубна 2». Там будет две наших песни именно вот в исполнении нашей группы. Я думаю, будет его можно купить во многих точках на юбилей города. Вот. А ну еще есть старая кассета, называется «Демисезон». Это прошлый проект, но там не группа «Камышовой сны», но там тоже можно вот какие-то... А на продаже есть? В магазине «Смычок» спрашивайте, и там можно будет, я думаю. Магазин «Смычок», я уточню просто, это магазин «Спартак». Да, в магазине «Спартак», который на Черной улице. Магазин «Смычок». Да. Вот там вы можете купить эту кассету. Следующий вопрос. Группа исполняет только песни Ильдуса или есть чужие песни? В давние времена Ильдус пел много не своих песен, например, «Белая армия, белый снег». В общем, если у вас чужие революции. Белая женщина, это самое, да. Ну, мы играем, стараемся в основном, конечно, свои песни играть, но есть в нашем репертуаре и чужие. Мы вот одну из них продемонстрируем. Я думаю, да, вот на Вела Матвеевой, например, есть песни. Ну, из репертуара Утесова тоже мы пели. Но в основном свои. А если чужие, то такие, которые стали народными. Вот так.
Хорошо. Мы знаем, что в одиночку Ильдусик часто участвовал в бардовских конкурсах. Принимает ли участие в них группа «Камышовые сны»? В бардовских конкурсах пока у нас опыта не было. Хотя, в принципе, ну что-то, я думаю, если будут какие-то вот у нас возможности, то, я думаю, вполне можем. Так, ну и могут ли телезрители услышать песню про Карла и Клару и про стратокастер? Ой, это, знаете, эта песня, во-первых, она достаточно сложная для исполнения. Вот, потом, ну, мы можем, конечно, сыграть ее все вместе, но, в принципе, мы ее в нашем репертуаре нету. И она длинная, просто у нас не хватит времени. Хорошо. Вот что самое главное, у нас не хватит времени. Напоминаю еще раз, что времени остается у нас все меньше, поэтому предлагаю сыграть вам еще одну вещь. Так что не теряйте время. Играть. Ну, уже заключительную? Нет, еще будет время, но нужно пока еще есть время играть. Про Волгу тогда? Я думаю, зрителям интересно послушать вас. У вас есть такая возможность. Бесплатно. Бесплатно. Ну, да. Вот еще с Сергеем мы ее еще не подготовили. Как бы вместе, потому что, ну, мы ее сыграем. Вот. Пальцы кладу на лады, я ничтожная капля твоей бесконечной воды. На рассвете шутя из тебя испаренное солнцем, я ничтожная капля твоей бесконечной воды. На рассвете шутя из тебя испаренное солнцем. Волга, 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 ты моя вечная колыбель. Ты мое место, ты моя Мекка, ты мой великий Ганг. Я растворен в тебе.
я, а значит опять мне правду искать. В ногах я растворен тебе, и пусть я не дотеку до усть. Я, а значит опять мне правду искать. В ногах Бога, 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 Бога. Я не удержался, просто взял эту штучку, называемую шейкером, и вам чуть-чуть подыграл. Надеюсь, вы не против. Это хорошо. А можно так. Я один секрет выдам? Это какой это секрет? А вот насчет вас лично выдам насчет телезрителям. Насчет меня лично? Да, очень, кстати, приятно, что вот этот эфир ведет тоже музыкант. Коллега. Да, достаточно тоже известный в Дубне. И приходилось нам играть, в общем-то, на одном концерте. Принято. Принято. Да, действительно, было такое. Было приятно тоже, кстати, и мне. У нас прямой звонок есть. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый вечер. Добрый извините, вечер. Что заставили вас ждать, слушаем вас. Да ничего страшного, я просто хотел передать ребятам привет. Это Денис Никонков из группы. О, а мы тебя узнали, мы тебя узнали по голосу. Я очень рад, я здесь просто включил телевизор и буквально праздник для меня. Очень рад. Хорошо. Вопросы задавать не буду. Спасибо, спасибо, Денис. Тоже правильно. Спасибо большое. Тогда я задам. Будете ли вы играть на дне города? Если будете, то где, какого числа? Насчет дня города, к сожалению, мы если будем где-то играть, то, скорее всего, где-нибудь, вот, например, на Волге, на улице просто. Сами по себе. Потому что, к сожалению, вот как, что удивляет, что когда празднуется День города, почему-то вот именно городские группы как-то вот, они у нас как-то в последнее время, да, они никуда согласен. Что-то не приглашаются. И какие-то другие мероприятия проводятся. Вот это, конечно, довольно обидно. Ну, может, что-то придумаем, может, еще что-то уже, что-то, в общем, может, придумаем. Где-то и будем. Но, скорее всего, просто на улице. Будет видно. Да, будет да? видно. Поживем, увидим. Вот есть еще вопрос. Вы работаете в манере Высоцкого. Очень похоже. Что для вас значит этот человек, поэт и музыкант? Вопрос ко всем участникам группы. Может быть, голосом, но не музыкой. Хорошо, Сергей, ты как считаешь? Ну, я как Высоцкого уважаю вообще. Я даже не знаю, закосов нету. Закосов нету. Так, Ильдус, пока подождите. Степан. Но что касательно самой, может быть, похоже, вот как это вот называется? Манера. Сам, не манера именно, а вот то, что как в простонародье называется хриплый голос. Угу. Но если даже вдаваться в такие детали, то ну, по хриплости тоже голоса отличаются, во-первых. Вот, а по манере, я думаю, что как раз там не очень похоже. То есть это, вот, наверное, протяжение там, всего творческого пути, вот Ильдусом Шамильевичем выработан какой-то свой вот такой вот стиль. То есть, ну, если попытаться сформулировать доступными терминами, то это, наверное, смесь там какой-то вот шансона, наверное, вот именно дворовой песни, в первую очередь даже, наверное. То есть какой-то, который вот мы, наверное, еще не застали. Mm-hmm. То есть какие-то вот остатки. Вот. И вот в итоге сейчас вот, вот это выглядит вот так. Вот. Я уверен, что я полностью творческим не знаком вот, с Ильдусом Шамильевичем, но поскольку общаемся мы не так долго. Вот. Но можно предположить, что вот претерпевал какие-то изменения. Вот все, даже то, что есть сейчас, так как оно выглядело раньше, это отличается от того, как выглядит сейчас. Хорошо сказал. Никит, ну а ты как относишься? Мне кажется, что Ильдус очень не играет по манере Высоцкого. То есть какая-то, ну, своя манера игры.
В общем, все сошлись на том, Ильдус, да. То, что в общем, всем... Что-то есть. Нет, на самом деле, всем спасибо, конечно. Я хочу сказать, что ничего позорного в том, что в чем-то я похож на Высоцкого, я не вижу. Она, напротив, очень, что с этим человеком как бы меня сравнивает. Это, ну, даже, я бы сказал, мне очень льстит. Я надеюсь, что это не выглядит как подражание ему. А, безусловно, конечно, я на нем воспитывался. И, конечно, он авторитет. И, я думаю, не только для меня, а для многих. Историческая фигура, которая... Вот. И надо сказать, что даже есть... Что выпущен... Вот говорили про Игоря Вяземского. Выпущен диск, где просто я под гитару пою песни Высоцкого. Это вот... Ну, будет, когда будет памятник Высоцкому стоять у нас в Дубне, вот тогда, я думаю, этот диск уже больше так будет где-то продвигаться. В конце концов, ребят, вот мне даже кажется, то, что неважно на что, сейчас, тем более в такое время, музыки разной много, ее куча, она вся на что-то похожа. Думаю, вы со мной согласитесь, то, что главное не то, что схоже, не схоже, а то, что есть ли в ней такой, скажем, стержень, который человека притягивает. То есть она либо может нравиться, либо не нравится. А на что похоже, мне кажется, вот так вот. Принято. Отлично. Ребят, остается совсем немного времени. Напоследок, прежде чем вы заключительную песню сыграете, может быть, что-то есть, какие-то слова, пожелания, не знаю, обращения. Пользуйтесь случаем, пока вы у нас в гостях. Да, пользуюсь. Кому-то может благодарность какая-то. Или если куда-то пригласить концерт у вас ближайший. Все что угодно. Пользуясь случаем, хотелось бы, наверное, привет всем передать, да вроде привет все. Привет всем передать, да, пользуюсь. Тоже, да. И вот тете из Таганрога в особенности. Концерт, извиняюсь, все-таки будет ближайший, когда? Пока затрудняемся назвать время ближайшего концерта, да. Но, по крайней мере, планируется ближе к осени дать совместный концерт с Юлией Тузовой. Если кто-то помнит вот такую певицу, которую мы привозили сюда, в Дубну, и, кстати, на прямом эфире были. Вот. И я надеюсь, что мы дадим, в общем, концерт вместе с ее группой. И вот, кстати, песня Навелы Матвеевой, которую мы зачастую пели вместе с ней. Уважаемые телезрители, это будет заключительная песня в исполнении замечательной дубнинской группы «Камышовые сны». Действительно, группа замечательная. Я думаю, вы сами это все прекрасно увидели, какие это ребята. Добрые, дружелюбный коллектив. Вот побольше таких групп в нашем городе. Спасибо. Ах, как долго-долго едет, как трудно в ударах дорога. Чуть видны вдали хребты туманной Сьерры. Ах, как тихо, тихо в мире, лишь порою из-под мула прошумев сорвется в бездну камень серый. Тишина лишь только песню погонщик, только песню о любви поет погонщик. Да порой встряхнется мул, и колокольчики на нем, и колокольчики на нем зальются звон. Колокольчики на нем, и колокольчики на нем зальются звонче. Ну, скорей, скорей. Я вижу, ты сам.
засну. Ну поспеши, застанем дома дорогого.